Всем привет! Сегодня решил размяться на арте. И бой получился достаточно интересным. И очень радует, когда встречаются в рандоме адекватные союзники, которые играют не только на себя, но и на команду. И помогают получить кое-какие медальки. Решаю поехать на ПТ-шную позицию. Послепьте туда. Ну вот эта вот арта, конечно, жесть. Она жила до конца и нанесла всего лишь там 200 с чем-то урона. То есть там 2 или 3 раза попал. Он остальные все там, я не знаю, около 30 выстрелов он промазал. Тут я хочу себе подналомать деревья и бум! Не успеваю, а надо было уже целить. И вот тут я ломаю себе, наламываю деревья, и Ихарта вот это замечает. Вот, и сразу же бам! Сейчас опять будет стрелять артовод, двигаюсь, но он, видать, нашел себе другую цель. Так, минус ганс. Тут тяжело найти прострел, тут вообще их нет. Тут был КВ-1, но я решил, не успел, перестал светиться. Вот 52. Очень тяжело тут попадать за этих камней. Я почему-то подумал, что он поехал в кустик встать, подсветить. Но его там нет. И оказывается, вот он где стоит. Хотя попадают камушки. И еще одна там попадает камушек. Вроде кажется, что летит он четко. Опять летит в камушек, а этот упоролся у нас на тайпе зачем-то. Этот вовремя отъезжает. Очень тяжело, конечно, на большом расстоянии. Ты понимаешь, могу не успеть. Нападаю. Все, а тут уже не успеваю. И что-то эти тяжики себя туда загнали и ничего не могли долго сделать. Пытаюсь я найти по ним прострелы. Но прострелов нет. К сожалению. Опять думаю, где же 52? Думаю, на всякий случай дать ему. 12-й откуда-то стрелял. Какой-то глюк. Может быть, здесь 12-т. Тут они 52 появляются. Так, прах номер 2. А тут прям рассадник за свет. Я не сводясь кидаю и попадаю на 173. И все, они скрываются. Было сюда поблайдить вместо 52. Вот наша стреляется, летит мимо. Вот я замечаю, откуда стрельнула одна и вторая арта. Ну, к сожалению. Грамотные чуваки на арте. Они постоянно, я так понимаю, переезжают. На всякий случай пару блайндов кинул. Проигрываем 3-4, минус 400 хп, но пока. Так. Здесь опять прострелов нет. Я понимаю, что надо что-то придумывать. Минус 800, 3-5. Я понимаю, что надо что-то побландить, что-то делать, потому что
Я только стреляю и светится М4В. Есть у меня время перезарядиться. Третий фраг. Ну, не едет. Я опять замечаю, откуда стреляет арта, но не свожусь. Я вижу, пытаюсь его выловить. Вижу, вроде как есть прострел, но он уже труп. Так, КВ-1. У тебя очень тяжело почему-то попадать по КВ-1. 12Т, вот этот очень вредный светляк. Не попадаю я в него. А в это время мы уже горим 5-6 и минус 1300 хп. Попал. Насколько попал, не понимаю. Решаю еще раз ему дать. И еще раз попадаю. Ну, на самом деле, немного я ему снял. 12 очень грамотно играет, он сейвится от арты, от прострелов. Я опять попадаю в дом. А тут я добираю четвертый фраг. Еще становится 6-6 и минус 400 по очкам. Так, вот это вот очень чувак, конечно, ошибся, но леопарда он забрал. А леопард забрал его. Что-то он потратил все хп свое на леопарда. Я понимаю, что прострелов нет. Надо что-то делать. И карта работает по нашим. Мы работать не можем. Я решаю посмотреть сюда. Вижу, откуда стреляет арта. Ну, наугад приблизительно. И мы уже минус... А, плюс у нас... По хп, но минус по фра. Не попадаю, понимаю, что это бесполезно. И надо перемещаться. ФВ стоит весь бой. Куда-то стреляет, непонятно. Я говорю, потом после боя посмотрел, реально у него там под 30 выстрелов и только 2 или 3 попадания. 260, по-моему, урона. Ну, поздновато я начал переезжать. Погибает 12Т, забрав параллельно наш танк. 10-9 мы уже побеждаем. Вижу 185. Но, к сожалению... О, вот это стреляет ФВ. Я тут не свожусь, у меня нет времени сводиться. Хотя надо было подождать. Погибает 60-ка, забрав сушку. Так, вот этого я уже не вижу. К сожалению. Понимаю, что бесполезно стрелять. Чаффи у нас упаруется, подставляется под арту. Ну, повезло, что в арта не попадает. Так, и мы переводимся, смотрим, где тут. Я понимаю, что надо ехать поближе. Еще 3 фуловых танка у противника. У нас фуловый только арта. И то не я. Так, это, конечно, было стрёмно, но я не надеялся, что никто не наблюдает в это время здесь. Встал за этот, чтобы, если что, меня с противоположного фланга не... Так, решил Чаффи не стоять. Такой везучий оказался. Попадаю. ВЗХ убивает. Я не попадаю. И ФВХ не попадает. Здесь я цепляю. Но он исчезает из-за света, к сожалению. Я надеюсь, что вдруг он стоит на гусле. Оба кидаем с артоводом. Не попадаем.
Я смотрю, что патронов у меня пока снаряда хватает. Решаю немножко поблайндить. Но, к сожалению... А вот он стрельнул. А я вот это не видел. И вот они слева. А я тогда не увидел. Сейчас вот на повторе вижу, что они слева стоят. И, к сожалению, я не вижу. Так, я решаю ВК еще будет подниматься. Решаю кинуть. Не попадаю. А наша ФВХ все продолжает кидать в ту точку. Понимаю, что ВК сейчас может светить. И вот он. Очень хорошо и вовремя забираю 360. Я прошу воина, ВКГ пишет так точно. А этот продолжает стрелять в эту вот все туда же. Что-то я начинаю тут тупить. Кидаю пока без сведения, пока сводится, я... Ох, мне повезло, что арта его не забрала. Кидаю. Забираю. И остается еще одна арта. Пишу спасибо. Ну, тут я очень много промахиваюсь. Это матерая арта. Походу. Перелетает. Какая-то она как-то... Пишет, бери паскуду. Паскучу, но на самом деле там дали чуть-чуть другую, потому что я типа всю арту вырезал. 152. Он на гусле, никуда деться уже не может. Я его успеваю добрать. Делаю 7 фрагов. На левше. Великолепная арта. Ну, как-то так.